понятно, что рассчитывают вот на такие моменты. Это гол! А вот вам и Виталий Павлов! И его первая шайба. Сегодня у рижан и отличаются игроки, для которых эти шайбы первые в сезоне за рижское «Динамо». Гинсмея, а вот теперь и Виталий Павлов забивает шайбу, реализуя выход один на один. Какая передача была, просто шик и блеск от Майоне под чужую синюю. И Заполски с глазу на глаз, встретившись с ним, переигрывает Виталий Павлов. Классный бросок. Не сумел тут Блином эту шайбу отразить. Вратарь Йокерита